Приветствую вас, и давайте мы сначала подумаем с вами о том, как именно вы воспринимаете свою боль. То есть, ну, что она из себя представляет, допустим. Вот именно ваша боль. Как вы ее воспринимаете, свою боль? Как вы ее видите, свою боль? Понимаете, боль почти всегда это сигнал. Это определенный сигнал об опасности. Это определенный сигнал о том, что вам нужно что-то сделать, что вам нужно что-то поменять, что вам нужно, ну, как-то подкорректировать свое поведение. Или, может быть, лучше будет, правильнее будет сказать, сделать его чуточку более адаптированным, например. Вот. Сделать его чуточку более адаптированным именно свою модель поведения. Это первое. Если вы воспринимаете боль, свою боль, как что-то негативное, наоборот, то у этого, опять же, есть свои причины. Если вы считаете, что ваша боль, это точно быть не должно. Ну, например, если вы полагаете, что вы недостойны боли, не заслуживаете ее, запрещаете ее себе. Ну или что-то еще в этом роде. Все эти вещи крайне важны. Следующий важный момент заключается в том, что вы ответите на вопрос о том, значит, когда она появилась. Понятно, что вы можете не знать, когда она к вам пришла, но вы не должны этого знать. Вы вполне себе можете не отдавать отчета в том, откуда, как и почему эта боль имеет место быть. Но важно другое. Важно, чтобы вы просто сказали когда. Ответили на этот вопрос. Когда пришла боль? Когда она стала иметь место быть, эта боль? Какие события происходили с вами, когда она, ну, вот, была, когда она появилась? Какие события имели место быть в вашей жизни? И какая реакция была на эти события у вас? Так очень легко можно найти источник боли и уже потом решать, что с ним делать. Если вы
хотите, например, в своей жизни в большей степени развиваться, нежели чем, допустим, избегать какого-то ну, стресса, либо что-то делать, да, то с болью можно научиться не только сосуществовать, но и сделать так, чтобы она вас больше не беспокоила. Если вы готовы, значит, ну, если вы готовы, допустим, менять, если вы не готовы, точнее, менять свое поведение, то эта ситуация немножко другая. Здесь, в этом случае, можно говорить о том, что вы не готовы расти. Тогда на боль нужно будет научиться закрывать глаза и просто отгораживаться от нее через установку личных границ. Вот. А что вам делать, спрашиваете вы? Вопрос, что делать, зависит от того, чего вы хотите. Если вы задали свой вопрос не просто так, если вы серьезно нацелены на то, чтобы решать свою проблему, то вам действительно имеет смысл выбрать себе психолога и начать работать с ним по данному направлению. Вполне возможно, что раскроются какие-то важные элементы, которые в будущем вы увидите как первостепенные. Если же вы свой вопрос задаете просто так, ну как бы, как у нас говорят, знаете, клиенты по неволе, если вы просто так свой вопрос задаете, то я полагаю, что в этом случае вы просто послушаете, например, ну, допустим, то, что мы скажем, вот, и все. После этого больше ничего не будет. То есть, ну, дальше этого дело у вас не пойдет. Вот. Решать вам, но тогда боль будет вас беспокоить. Тогда будет, боль будет заставлять вас страдать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, я буду рад помочь. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. Не оставайтесь со своей болью наедине.